Россияне экономически активного возраста в зоне риска. Социологи выяснили, что эта группа редко проходит медосмотры, перерабатывает, испытывает стрессы. Как сместить вектор в сторону здоровья? Доктор ответит на все ваши вопросы. 8 июня в студии специалисты Самарской городской больницы номер 4 Мария Лобова и Анна Левина. Программа «Звоните доктору». 8 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».